С 2002 года они украли. Выборы. Договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем, между нами давно достигнут. Мы хотели попросить вас идти проголосовать за Единую Россию. Именно за Единую Россию. Это у нас что, свободные выборы? Даже заяц, загнанный в угол, становится зверем. А вы, дорогие товарищи, загоняете в угол не только оппозицию, но и всю страну. И если у стороны и народа оппозиции нет возможности цивилизованно на выборах побеждать, народ будет выходить на улицы. Вы нас что, выгоняете на улицу вместе с народом? Мы пойдем на улицы, если это единственный способ. Что случилось с выборной системой у нас в стране? Она утонула. Правду. Минтранс обещает избавить российских автомобилистов от пробок, но в будущем, не раньше 2010 года. Если говорить короче, рекапитализация. Туда возможно не только удвоить, утроить, а убить внутренний продукт к 2010 году. Очереди на жилье в российской армии не будет после 2010 года. К этому году Россия должна получить контрактную армию оптимальной численности. Когда в стране появится рынок доступного жилья? Мы и поставили задачу в рамках национального проекта к 2010 году, чтобы треть наших граждан могла принять участие. Что случилось с правдой у нас в стране? Она утонула. Справедливость. Что случилось со справедливостью у нас в стране? Она утонула. Свободу и жизнь. Что случилось со свободой у нас в стране? Она утонула. Деньги. Что случилось с борьбой с коррупцией у нас в стране? Она утонула. А что случилось с количеством миллиардеров у нас в стране? Оно увеличилось вдвое. Только из личных друзей Владимира Путина миллиардерами стали пятеро. Они украли у нас страну.